Приветствую всех зрителей! С вами Мэрилден! И сегодня мы продолжаем играть в Хитаони. И прошлая серия закончилась очень и очень плохо. Италия умер. И теперь все скорбят возле его трупа. Но в конце прошлой серии Франция чему-то удивился. Давайте же узнаем, чем же он ошарашен. А может быть и не узнаем, потому что нас перенесло снова в прошлое. Снова к Испании Роману. Многоточие, говорит нам Англия. В общем, пытаюсь сказать, что... Да ты издеваешься! А? Что за чушь? Итай повернул время вспять, а пришли из будущего. Теперь хотите, чтобы я отправилась обратно? Да, а еще я боюсь, что в нашем мире произошло что-то ужасное. Все именно так и случилось. В том мире происходит вообще черт знает что. Поэтому я и хочу, чтобы ты поделился силой с Англией из нашего времени. Хватит! А? Может быть для вас это всего лишь одно из прошлых. Но! Мое настоящее! У меня больше ничего нет! Ох... А ты говоришь, отдать вам магию? Или она попадет пустую, потому что время неизбежно свернется во временную петлю? Нет, я не говорил, что дойдет до такого... Ты хочешь, чтобы я пожертвовал этим миром? Многоточие... Это действительно сложный выбор. Огромное спасибо, что объяснил мне, как все устроено. У нас тоже ситуация критическая, знаешь ли. Не у нас времени с вами возиться. Англия! Мне нет никакого дела до вашего проклятого будущего. Похоже, надежды на спасение у Испании нет. Да, видимо, объяснения и впрямь были так плохие. Я всем рассказал уверенности, что он прятался назад, но... Ну, ничего не получилось. Нет никаких гарантий, что все временные петли одинаковые. Романа говорит! Ромашка ожил! Испания! Романо! Прости, внезапно что-то... Как сердце, все хорошо? Дышать можешь? Я... все нормально. Я не до конца понимаю, но кажется, я был в каком-то странном месте. И мне кто-то помог. Ну, прямо как и Италии в прошлой серии. Ну тогда, ты можешь встать? Да. Ты ранен? А что с этими монстрами? Босс Испания убил их всех. Сам. Какой молодчина. Многоточие. Испания. Что такое? Я... Что же хотел сказать ему Роману? Похоже, мы этого сейчас не узнаем, потому что нас принесло к Канаде, который почему-то заперся в туалете. Многоточие. О, вот ты где. В чем дело? У нас там обсуждение в самом разгаре, знаешь ли. Франция. Что такое? У тебя грустный вид. Многоточие. Я единственный, от кого нет никакой пользы. Канада. Ты что несешь? Что, прости? Итак, мы снова в прошлом. Все остальные нашли свою нишу. А я? Я не могу перестать думать о том. А что же здесь делаю я? Романо. Венециан старается за всех сил. И картофельник тоже. Да даже тот, английский ублюдок. А зачем тут я? Почему мне вообще в голову пришла мысль прийти сюда? Я даже не догадался о том, что творится в голове Америки. И не смог ничего сделать. А потом... Я подумал, что, может быть, я вам и не нужен. Многоточие. Какие-то странные разговоры. Хочешь, чтобы тебя похвалили? Что? Хочешь, чтобы кто-нибудь указал тебе, что нужно сделать, а затем похвалить за то, что ты отлично справился с заданием? Если хочешь, я могу придумать для тебя сотню дел. Если ты справишься с ними, будешь счастлив. Многоточие. Нет. Это был бы легкий путь, но, мне кажется, это не совсем то, о чем я думал. Неужели нет того, что никто, кроме меня, не мог совершить? Словно я единственный, кто способен на это. Ясно. Но,
Я хочу что-нибудь сделать! Прямо сейчас! Но, Романо, разве ты не помнишь? Одной из причин, благодаря которой это полегчало на сердце, было то, что ты пришел сюда ради него. Но он уговорил мне уйти. Разве оба не Италии? Конечно, переживаю из-за того, что ты рискуешь жизнью, но меня успокаивает мысль о том, что ты здесь ради брата. Ты разгадал множество загадок, верно? Разве ты делал это потому, что кто-то тебе сказал? Просто тебя осенило, и ты открыл нам путь. Многоточие. Ну что, я прав? Твое время обязательно еще придет, и появится то, чем только ты сможешь справиться. Путь, что лишь ты сможешь найти. Запасись терпением. Никто не решит, что ты бесполезен, и не станет тебя попрекать. Что-то, что смогу сделать только я. Говорю же тебе, все нормально. От меня ты унаследовал свои прекрасные шелковистые волосы, так что абсолютно уверен, еще появится тот подвиг, что можешь решить лишь ты. Ага, при чем тут вообще мои волосы? Действительно. Ты стольким помог своему младшему брату. Но по сравнению с тобой, это я тут бесполезный. Сколько не вделывайся, а проигрываю я быстро. Не льсти себе. Я вот думаю, должно быть что-то такое, что только босс Испании мог бы сделать. Но должно быть от меня тут меньше всего толку. Многоточие. Ну... Если бы не ты, то я бы никогда не смог прийти в этот дом. Так что, думаю, какая-то польза тебе все же есть. О, правда? А что я сделал? Ты умеешь общаться с людьми. Вряд ли мне удалось собрать их всех и убедить прийти сюда. И даже сейчас. Если бы не ваш совет, то, наверное, бы я совершил какую-нибудь глупость. Так что я очень рад, что вы здесь и поддержали меня. О, значит, я тоже оказался полезен. Да! Тогда такого доказательства тебе хватит? Что? Ненужных просто нет. Лекарство примерно наступает время, когда он чем-то необходим. Вот как сейчас. Нужно лишь уметь ждать, даже если тебя гложет печаль. Многоточие. Ладно! Канада! Ой, ты меня напугал! В чем дело? Что за... Тебя не было в обсуждении, так что я взломался и пошел тебя искать. А ты все время был здесь. Прости, мне просто нужно было подумать. А? Франция, так ты тоже был тут? Как жестоко. Между прочим, тут важный участник, которого нельзя потерять, когда мы выберемся отсюда. Америка никогда не замечает меня, ведь я ничем не выделяюсь. А теперь... А теперь он заметил. Ну же, идем. Если там не будет тебя, своей холодной головой, то опять чего-нибудь безрассудное натворю. Видишь? Вот он, твой черед. Грез в лучах славы. Да. Эх, какая хорошая сцена. Как жаль, что на самом деле все очень-очень плохо. Ведь Италия мертв, Англия слеп, а Испания с Романом застряли в прошлом. Но не будем печалиться. Давайте будем сильными. Продолжаем играть. В чем дело? Разве у вас не совещание? Обсуждение зашло в тупик. Сейчас у нас перерыв. Если мы продолжим в том же духе, то лишь окончательно голову потеряем. Только никогда, да. А, ну да. Что ты будешь делать со своим зрением? Ты же не останешься слепым навсегда. Правда? Я думаю над этим. Зрение меня отняли в компенсацию нехватки магической силы. Так что... Что? Так это что-то вроде конфискации за неуплату? И чем же ты тогда думал, интересно? Да-да, я поспела променчиво. И сейчас нам нужно как-то вытаскивать Испанию Романа. Отвлекись на секундару. Да? У меня есть кое-какие дела во флигеле, Ару. Россия идет со мной, Ару. Ладно, но что вы там будете делать? Он хочет решить загадку. Если вдруг у вас есть такое желание, то можете к нам присоединиться. Мы против не будем. Нам все еще нужно придумать, что делать с Испанией. Так что оставляем все там, на вас. Ши, тогда мы быстро, Ару. Может, найдем кое-что новенькое, Ару? Что же интересно? Надеюсь на это. Значит, магический круг исчез. И чем это грозит? Этот круг – нечто вроде портала, соединяющего настоящее и прошлое. Если он исчезнет, то вернуться с прошлого уже нельзя.
То есть, права на Испании застряли там? Именно. Если мы не придумаем, как их вернуть, то они до конца своих дней останутся в прошлом. Это не очень-то хорошо. Но у тебя сейчас не хватает магии на том, чтобы открыть новый портал. Совершенно верно. И что же мы будем делать, ребята? Многоточие. Похоже, это ситуация, из которой нет выхода. У нас прессы к Китаю. Сейчас мы пойдем во флигеляру. Ну хорошо, поперли в флигель. Правда, не знаю, чем мы там будем заниматься. И мне кажется, там небезопасно. И там еще осталась бабачка, которая грохнула Италию. Так что, как-то я волнуюсь за Китай и Россию. Они вряд ли смогут одолеть вдвоем огромную бабайку. Пришли, Ару. И так экран потемнел. И мы снова в убежище Германии. Возле трупа Италии. Сейчас, когда Италия Кун в таком состоянии, должно быть, Романа Кун тоже. У нашего заботливого братика есть Испания. Так что с ним все должно быть в порядке. Черт, если бы у меня был меч. Многоточие. Меч? Что? У тебя есть запасной? Да, можете взять его. Только если пообещаете, как следует, о нем заботиться. Хорошо? Да, обещаю, обещаю. Меч за меч своей родины. Тогда вот он, мой Эскалибур. Плакатный меч. Многоточие. Просто для быстрого. Что если он тоже сломается? Что ты будешь делать? Думаю, я потеряю с собой контроль. И не смогу больше отличать реальность от фантазии. Не очень хорошая перспектива. Многоточие. В конце концов, это же коллекционное издание. Нет, я не это имел в виду. Знаешь что? И как-то разумно убрать. Итак, что же нам делать дальше? На что нам сейчас лучше бросить силы? Ну... Мы еще не решили. У нас тут образовался тупик, помнишь? А ты, Запад, что бы ты предложил? Я... Нам столько всего нужно сделать. И при этом, я даже не представляю, откуда нам начать. Как нам расставить приоритеты? Проще говоря, нам нужно выбирать между вариантами выбраться отсюда и Испания Романо. Италия же... И те умер в любом случае. Многоточие. Италия Куин испачкала лицо, когда упал. Кажется, у меня это был платок. Япония удивился. Что-то увидел, Япоша? Что? Что такое? Италия Кун? Что там с Итей? Он жив? Эй, да в чем дело? Италия Кун! Италия Кун! Япония! И на этом четвертая часть заканчивается. То есть, это конец? Это конец этой истории? Это просто самый обломный финал, который я когда-либо видела. Но настоящий конец этой истории мы никогда не узнаем. Потому что игра заброшена уже более 3 лет. Но я верю, что если бы у этой игрушки было бы окончание, то это окончание было бы хорошим. Все бы выбрали живыми особняка. И был бы хэппи-энд. Но так или иначе, мы закончили проходить оригинальный Хитаони. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания.